Мощный снежный циклон, который завалил снегом Москву, центр и северо-запад страны, переместился в Приволжский округ. В Ульяновской области без света 19 поселков. Отменены несколько рейсов в аэропорту. Из-за плохой видимости на дорогах не вышли пригородные школьные автобусы. При этом в ближайшие сутки в регионе ожидается ледяной дождь. Не прекращается снегопад в Чувашии, Мариэл, Саратовской, Нижегородской областях и Татарстане. Там готовятся к тому, что придется перекрывать федеральные и региональные трассы. Тем временем 1 000 000 кубометров снега вывезли с дорог и тротуаров Москвы за 2 суток. При этом метель то начинается, то затихает в разных районах столицы.